Так, зовут меня Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук. Ученое звание у меня профессор по кафедре экономики и права, а должность профессор кафедры социальной философии и философии истории. Вот до сегодняшнего года я читал на пятом курсе, ну кроме курса по философии, для историков читал курс философии истории. И он всем так понравился, и вообще понравилось всем обучаться на пятом курсе, что теперь у нас пятого курса, как вы знаете, нет. Нет в связи с переходом на бакалавриат. Что касается вот нас, преподавателей, мы к этому относимся в своем подавляющем большинстве негативно, потому что когда человек вот 4 года прозанимался, осталось ему написать диплом под руководством профессора или доцента и стать специалистом. Ну, специалистом стать же хорошо. Правда, звучит хуже, чем бакалавр. Лавры там тут присутствуют, где-то висят. Но, как нам рассказали, а мы тоже бываем на повышение квалификации, я слушал лекцию профессора Перова, который рассказывал, что чем отличается бакалавр от специалиста, что нам насаждают активно. Он отличается тем, что не может поступать в аспирантуру. Раз. Второе. Он не может преподавать в ВУЗе. Два. И третье, если он устроится на государственную должность, то у него в подчинении должно быть не более одного человека. То есть вот такое вот, так сказать, такой результат погони за Болонским процессом. Вот. Разумеется, что касается вообще системы Министерства образования и науки Российской Федерации, сокращенно Минобразин, в этой системе получилось сокращение часов преподавания. На сколько? На 20%. 20%, во-первых, преподавателей не нужны, и, во-вторых, не нужны такие сложные курсы, которые читались на четвертом, пятом курсе и так далее, потому что, дескать, вот вам, мы вам отчитали, и, пожалуйста, проходите. Значит, что мы в этих условиях можем сделать? Не просто, так сказать, критически оценивать, но использовать лучше те возможности, которые у нас остаются. Правильно? Вот. Например, Владимир Ильич Ленин, который был студентом нашего университета, он ни одного дня не учился здесь. Он приехал в университет и экстерном сдал за юридический факультет. Все на отлично. И занялся такими историческими вопросами, которые потом мы с вами изучаем, как историки. Так что дело в настрое, которое будет. И вот мне очень приятно читать на первом курсе, потому что вы еще можете многое успеть, чего уже люди на пятом курсе успеть не могут. Вот, например, вот вы можете статью опубликовать сейчас? А? Не слышу. Ну вот, прекрасно. Пишите статью и публикуйте. А книгу вы можете написать? Почему вы этого не думаете? Думать полезно. А почему книги должны писать какие-то старые пожилые люди? Так они больше знают, у них все старое, они все повторяют одно и то же. Ну вот мы думаем, сейчас вы что-нибудь хорошее, свежее напишите. Ну а почему вам не попытаться? Чем вы рискуете? Ну не возьмут вашу книгу, ну позже издадите. Хотя, вот великие люди, что говорят, исторически великие, что идея приходит тогда, в силу отставания сознания от бытия, когда для нее уже созданы условия, для ее осуществления уже созданы условия. Или они находятся в процессе становления, то есть еще повороться надо немножко. То есть, если у вас была бы сейчас рукопись, вы пришли бы и сказали, а где мне ее опубликовать? Мы бы сейчас начали обсуждать. А кто будет рецензент? Вот, и как это сделать, и так далее. Ну, вот как-то получается, что люди с негуманитарным образованием, они как-то вот это больше используют. А люди-гуманитарии почему-то ждут, когда они вот станут старыми, пожилыми, больными, и тут они возьмутся за книги, и так далее. Вот у нас
Как известно, такие были две. Так. Две женщины на матмехе, которые занимались математической физикой. Уральцева. И еще одна. Так, забыл фамилию сейчас. И вот на одной из конференций. Как еще? Ладыжинская, да, вот спасибо. Видите, есть люди, которые помнят. Вот когда будете в таком же возрасте, тоже будете помнить. Уральцева, Ладыжинская. И вот наш бывший ректор, академик Александр, он геометр. Вот. А мне это близко, потому что я матмех кончал там, в Петербургском университете. Он встречается на большой конференции с иностранными учеными. Ну, тебе подходит к Уральцеву и говорят, а вы девушка с какого курса? А Александр Данилович Александров говорит, да она вообще-то не с курса, она вообще-то профессор. Ну, а выглядит вот так вот примерно и выглядит, как вы. И чем плохо, если быть в это время профессором. Поэтому задача наша состоит не в том, чтобы куда-то все откладывать, а в том, чтобы дерзать. Правильно? Ну и известно такое изречение Маркса, что науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Я это вот не случайно вам процитировал, потому что я эти тропы каменистые постараюсь уже в ближайшее время представить на сегодняшнем занятии и в следующий раз, поскольку я решил курс предварить вот таким кратким анализом или кратким изложением диалектики, вот, которые не послушают наши коллеги-туристы. Они действительно по каким-то тропам сейчас ходят, и они начнут к нам присоединяться только вот с третьей недели. А мы с вами будем без них заниматься сегодня и в следующий четверг. Начнем мы с более тесного знакомства. Вот вы изучаете историю. Что такое история? Наука о прошлом. О, видите, как? Наука о прошлом. То есть наука о том, чего уже нет. Тихо. Сейчас мы разберемся с одним. Наука о том, чего нет. И вот вы закончите исторический факультет, получите диплом бакалавра. Придете куда-нибудь на работу, и вас спросят, а что вы знаете? А мы знаем то, чего нет. Ну, как такие сильно востребованы специалисты, как вы думаете? От формулировок очень много зависит. Очень много зависит. Поэтому я берусь, учитывая ваше высказывание, я берусь вам предложить другой вариант, более выигрышный. Вот история изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Как? Ну не хуже же звучит? Не хуже, да? И все, что вы хотели сказать, тут содержится, как сказали бы философы, в снятом виде. То есть и отрицается, и удерживается одновременно. Правильно? В снятом виде. Как вот здесь каждый присутствующий – это родители в снятом виде. Родители у вас же есть? Правда? Ну, в снятом виде. Ну, не буквально же. Теперь надо это знакомство с историей, с историками. А знакомство с философами тоже должно состояться. А философия что такое? Вот там молодые люди, они вот у них там явно знания есть и желания. И философия что такое? А? Ну, это, так сказать, правильно. Правильно. Но в философии есть различие между правильным, достоверным и истинным. Правильно это то, что вот, да, действительно так и есть. Вот, правильно. Достоверно это мы проверили, что так и есть. Поэтому не просто правильно, а достоверно. Но если мы не учли, какие там есть противоречия, то это не истина, а только лишь правильно. Это филологическое определение. То есть вы знаете язык,
перевели. Фила – это любовь, София – это мудрая или мудрость. Значит, любовь к мудрости. Дескать, вот пришел я единственный полюбил мудрость. И вы полюбили мудрость, поскольку вы студенты, и вам еще за эту любовь к мудрости еще и сдавать надо экзамен. Как-то уже хочется и освободиться от такой любви. Такой, как ты, вам сказали, у нас университет государственный, у нас есть программы. Хочешь, люби, не хочешь, все равно люби. Так. Ну, а если брать не филологическое определение, а философское определение философии? Значит, философия – это наука о всеобщем. О всеобщем. То есть наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Кто не знает какой-нибудь конкретной науки, делает конкретные ошибки. А кто не знает философии, делает крупнейшие ошибки, потому что они, так сказать, это всеобщие законы. Нарушает вообще всеобщие законы, игнорирует их. Поэтому знание философии нужно кому? Всем. Почему? Потому что это наука обо всем. Но обо всем в главном, а не обо всем. А конкретности уж вы сами, пожалуйста, добавляйте, потому что к этому еще всегда нужно голову приложить. Всякая наука пользуется методом, правильно? Вот если вы откроете какой-нибудь учебник, что я вам не рекомендую, или откройте какой-нибудь словарь, что я тем более не рекомендую, там будет написано, что способ – это метод, это способ. А потом вы хотите узнать, что такое способ, а способ – это или прием, или инструмент. А что такое инструмент? Это метод. И от Понтия к Пилату нас пересылают, и так мы и не можем узнать, что такое вообще метод. Я сейчас вам дам определение, которое дал известный немецкий философ, философ-идеалист, но который разработал систему диалектики, наиболее совершенную, та система диалектики, которой должны пользоваться все. Ну, все, кто хотят быть на переднем крае науки. В том числе и материалисты, поскольку надо не заново как бы переделывать систему диалектики, а нужно материалистически истолковывать ту диалектику, которую разработал этот ученый, которого зовут Георг Вильгельм Фридрих. Короче, Гегель. Вот говорят, что Маркс взял ядро диалектики у Гегеля. По этому поводу даже такой рассказ есть шутливый, что в одной деревне дед собрался на лекцию как раз про то, как Маркс использовал эту самую диалектику Гегеля, где рассказывалось про то, что вот зерно он взял у Гегеля, диалектики. Но он приходит, дед, его жена спрашивает, старуха, ну и что за лекции, что рассказывали? Да какие-то Маркс, какие-то Гегеля, зерно украв. Мабуть, судить будут. Так вот, как Гегель определяет метод? Он определяет, это можно даже записать, потому что с первого раза запомнить трудно. Я запомнил, но не с первого раза, честно скажу. Метод, есть осознание формы. Метод, есть осознание формы внутреннего самодвижения. Изучаемого предмета. Ну, метод у предмета, у каждого предмета свой, правда? Метод есть осознание формы, внутреннего самодвижения изучаемого предмета. Вот так определяется научный метод.
Это всеобщее определение, подходит к каждой науке. Значит, понятно, что это непонятно? Понятно. Значит, начинаем пытаться понимать. Начнем не с... О чем идет речь? То есть, о сознании формы чего? Внутреннего самодвижения, изучаемого предмета. Вот вы какой предмет изучаете? Историю человечества, правильно? Историю человечества. Так надо понять не что нам хочется сказать про эту историю, и не что кто там говорил в прошлом, а каково, так сказать, внутреннее самодвижение истории, правильно? Самодвижение. Не наши толчки, что мы там, или кто-то там царь или герой толкал, а каково внутреннее самодвижение истории, правильно? А если я изучаю экономику, это не то, что значит сейчас примут в правительстве. Правительство должны принимать с учетом того, каково внутреннее самодвижение современной экономики. Вот вообще современная экономика сейчас какая? Свободная конкуренция или государственно-монополистическая? Как? Хор не слышу. Какая? Не слышу, вы так громче скажите. Я бы на вашем месте сказал так. Что вы там хотите сказать? Что-то не понять. Векторная. Не понял. Вот я бы, например, сказал так, чтобы все бы услышали. Вы же меня моложе. Что вы так говорите? Вы что, боитесь меня? А ну, выходи сюда. А то некоторые говорят, а вдруг микрофон не дадут? Ну так на то и квалификация, чтобы тут не нужен был микрофон. Я вас спрашиваю, а вы как будто умираете. Чего вы умираете? Ничего плохого не произошло. Ну какая экономика? Капитализм. Вот, спасибо. Слава тебе, Господи. Вот теперь мы знаем, что капитализм. А теперь я вас хочу проинформировать, что капитализм переживает два этапа. Две стадии своего развития. О чем написано в «Капитале» Маркса. И что видно и без всякого капитала. Капитализм свободной конкуренции, когда рынок все решает. Когда я вынес на рынок, а если, так сказать, еще такие люди с тем же самым пришли, то спрос превышает предложение, цена тогда падает. Тогда в следующий раз я уже это не буду делать. Я не буду делать, и сосед не будет делать, и тот не будет делать. В следующий раз мы приходим, все спрашивают, а мы никто и не делали. И тогда у нас цена на то, что мы не делали, выросла. В следующий раз мы опять прибегаем, и у всех опять эти чайники. И так через эти самые колебания регулируется экономика свободной конкуренции. А конкуренция, если я за конкуренцию, она к чему ведет? Вот если я с вами конкурирую, это что значит? Или я вас съем, или вы меня съедите, правильно? Лучше вы меня съедите, это для вас лучше. А для меня лучше, если я вас съем. Ну, так поэтому конкуренция ведет к чему? Что если вы там всех съели, меня, и вот ее, и ее, и так далее, и стали вы кем? Это же прогрессивно. Выигрывает кто? Лучший, сильнейший, у кого наиболее эффективная экономика, правильно? Поэтому это справедливо, что вы выигрываете. И вот тут собирается там наш Дмитрий Анатольевич, говорит, надо вот помогать мелкому бизнесу. Потому что у него даже только ведро в ларьке. Там технический прогресс никак ему не сделать. Что же у нас будет за экономика, если мы будем равняться не на крупное производство, современное, а на мелкий бизнес? И вот этот вечный в мелкий бизнес очередные миллиарды и вкладывает. И вкладывает каждый раз. Хотя мелкий бизнес при монополиях вполне может существовать, работая по заказам этих монополий или государства. На самом деле, несмотря на все эти разговоры, у нас есть крупные корпорации, например, самолетостроительные есть? Есть. Вертолетные двигатели, двигатели строительной корпорации есть? Есть. Кораблестроительные есть? Есть. То есть все серьезные, ну космическая корпорация есть? Тоже есть. Все серьезное делается на крупных предприятиях. А все остальное, вот пустые эти мелкие разговоры, потому что люди усвоили, что капитализм, как некоторые здесь сидящие. А какой капитализм? Не усвоили, что капитализм свободной конкуренции естественным путем, через борьбу на рынке, переходит в стадию монополистического капитализма. И, наконец,
И государство становится крупным монополистом, оно держит очень крупные активы, имеет крупный государственный сектор, и этот этап развития капитализма называется государственно-монополистический капитализм, или ГМК. Вот современная экономика. И вот с позиции этой современной экономики надо смотреть на то, что сейчас вот происходит. А с позиции того, что сейчас с этой позиции, например, довольно странным является то, что делает наш Центробанк. Он вздул ставку, по которой даются кредиты, до 15%. Поэтому реальные кредиты, которые получают, это ставка, по которой коммерческие банки получают. А коммерческие банки добавляют свои 15% и говорят, идите сюда, 30% будет кредит. Вы пойдете брать кредит по 30%? Вот если у вас крупное предприятие или мелкое предприятие, да никакое. Ну не будете, ладно, тогда я куплю доллары и евро. И поэтому на эти деньги, которые под 15% наш дорогой Центробанк отдает коммерческим банкам, эти коммерческие банки, основываясь на том, что у нас капитализм, вы меня не должны никак регулировать. Что хочу, то и покупаю. Кому хочу, там и даю. Все равно никто кредиты у меня не берет под такие проценты. Я иду и покупаю евро и доллары. Что получается с евром и долларом? Они как на дрожжах начинают расти. А раз они начинают расти, что нужно делать? Еще покупать евро и доллары. А если я строю сейчас для вас большой дом, а вы вкладчики в этот дом, я вот сейчас хотел быстро-быстро построить, до крыши довести, но вы ничего, вы пару месяцев, 3 месяца, 4 обождете, я пока эти денежки, которые из вас собрал, на них я куплю доллары и евро, они вырастут, а потом я эту часть, которая выросла, положу себе в карман и начну продолжать дальше строительство дома. Хотите посмотреть, как это выглядит? Можете поехать на станцию «Разлив», там бурное было строительство дома на Ленинград, на Малой Ленинградской. И тут вдруг, да, там 3 человека ходят и изображают, что они делают дом. А так было там, ну, человек 100 или 150. Так, возвращаемся. То есть вот это вот движение экономики к тому, чтобы превратиться из капитализма свободной конкуренции в государственный монополистический капитализм, видите, как вы правильно все сказали? И тут капитализм, и тут капитализм. То есть вы больше философ, чем я. У вас всеобщее, а я конкретно. Вот, чувствуете? Это чувствует человек уже философ. Я по отношению к нему выступаю просто экономистом. Но я кандидат экономических наук, поэтому я могу и по экономике что-то сказать. Так, возвращаемся к тому, что мы рассматриваем. Мы рассматриваем с вами понятие метода. Метод осознания формы внутреннего самодвижения, содержания вот того предмета, который есть. Внутреннего самодвижения содержания. То есть главное внимание содержанию этого предмета. Если мы не поймем, какое внутреннее самодвижение содержания, никакого метода не получится. А что значит понять? Ну, осознать форму его, этого внутреннего самодвижения. Правильно? То есть написать об этом, изложить правильно, как это все движение идет. Это осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. Так? Понятно? В общем, понятно. То есть начинать надо не вот сверх осознания формы. Какое осознание формы? Чего формы? То есть надо начинать с содержания. То есть надо освоиться с материалом. Вот историки долго изучают, чтобы освоиться с материалом. Вот вы, наверное, тут осваиваетесь с материалом. Говорю, мне еще книгу рано читать, я еще не освоилась с материалом. Если это вы имеете в виду, тут что-то есть. То есть я вот как только освоюсь с материалом немножко, тогда я осознаю его форму и выдам это в виде книги. Я правильно понимаю? О, спасибо. Но не затягивайте, пожалуйста. Я рецензию вам дам. Приходите. И у нас хорошо очень смотрится печать там правительства Российской Федерации. Подпись такого заверяю, отдел кадров. Институт философии. Приходите. Ну, вторую рецензию вот идите к декану, к директору теперь, товарищу Давудову. Вот и решайте этот вопрос. Так, значит, понятно, что такое метод. Ну, а внутреннее самодвижение чем обеспечивается? Как вы думаете? Что является источником внутреннего самодвижения? Вот вы там философ, и вы должны сказать. Самодвижение всего. Всего. Ну, всеобщая гуманская теория. Я же сказал, что философы, они занимаются всеобщими теориями. Что является источником любого самодвижения? Что? Сейчас думаешь, жизнь. А?
Ну, если жизнь, не обязательно жизнь. Самодвижение не только в жизни бывает. Энергия. А? Энергия. Ну, это у вас что-то физический уклон. Так, давайте еще. Какие есть варианты? Мотив. А? Мотив. Мотив. Напевание. Какой мотив? Нам песня строить, жить, помогает. Это, да, источник самодвижения? Понятно. Мотив. Это как это субъективистский у вас такой уклон. Мотив. Какие-то мотивы есть. И мало нет, чтобы причины хотя бы взять, а вы мотивы. Причин, говорит, нет, но мотивы есть. Я вам открою страшную тайну, которую вы все знаете. И в доказательство того, что известное еще не есть от того познанное. Все это вы уже слышали где-нибудь. Но из-за того, что это не приведено в систему, оно как бы где-то лежит в голове и ждет, когда им напомнят его о нем. Источником самодвижения является противоречие. Слышали такое? Кто не слышал, поднимите руку. Вот я никого не вижу. А что молчали? А, вы партизаны. Понял. Вам сказали не выдавать. Источником самодвижения является противоречие. Есть что-нибудь непротиворечивое? Молодой человек, вот вы как философ, у вас недостатки есть? Есть. Есть. Недостатки – это ваше выражение или это ваше отрицание? Скорее отрицание. Скорее. То вы сомневаетесь в этом, что ли? Что ваши недостатки? То есть у вас уже недостатки перевешивают. Скоро вот эти ваши недостатки будут вас определять, а ваши достоинства будут просто недостатками. Чем отличается порядочный человек от подлеца? У подлеца же есть хорошие качества. Он с помощью этих хороших качеств втирается в доверие. Мошенники, знаете, кто такие? Определение. Кто знает определение мошенника? Молодец. О, вот человек знает. Юрист. Мошенник – это человек, злоупотребляющий доверием. А как он такой симпатичный, приходит молодой, в зеленой красивой такой рубашке. И все ему верят. А потом уходит. А у него такие карманы, а люди с пустыми карманами остаются. Вот сейчас Мавроди уже новый круг начинает. Говорит, под 30% будет у нас доход. Ну, тех, кто вместе с ним начнет, как всегда. Отыгрывается на тех, кто потом подсоединяется, правильно? На тех, на ком оборвется пирамида. Так. Значит, противоречие. Источник самодвижения. Скажите, пожалуйста, какая наука изучает противоречие? Конфликтология. Конфликтология. Конфликтология конфликта изучает. Это если мы с вами подрались, а вот товарищ конфликтолог, он пусть изучает, из-за чего мы подрались, и долго ли будем драться, и как будем себя друг друга молотить, и чем. Это конфликтология. Вообще-то конфликт – это обостренные противоречия. Вы тут очень близко идете. В этом смысле вы философ. То есть обостренное противоречие – это уже конфликт. Так. Так вот, сказать, какая наука изучает противоречие? А? Громче. Логика. Ну, можно сказать логика. Какая логика? Формальная? Формальная логика изучает противоречие? Да. Ни в коем разе. Формальная логика говорит так, или А, или не А. Правильно? Или А, или не А. Третьего не дано. Правильно? А какая логика говорит и А, и не А одновременно? Как называется такая логика? А? Какая? Символическая. Громче. Символическая. Ну, символом все можно записать. Не попали. Но логика сказали, это ваш вклад в науку. Поэтому у меня к вам претензий нет. Пусть другие что-нибудь здесь скажут, правда? А чего я буду от вас требовать больше? Человек уже сказал, как вот все, что-нибудь сделает, опять с него дальше требует. А другие ходят руки в брюки. Что такое? Что за наука, которая изучает противоречия? Да знаете вы это все. Вот Гегель, как мудрый человек, он говорит, известно еще не есть от того познанное. Вот оно известно. И оно вот нужно сказать, у всех в головах есть и молчат, не могут вспомнить. Потому что оно, ну как бы оно отдельно лежит в голове.
А раз оно отдельно, там потянешь за какую-то цепочку, а цепочки нету, они валяются в разных углах. Поэтому нет системы знаний. Противоречие изучает диалектическая логика. Кто этого не знает? Поднимите руки. Два. О, есть такие люди. Но это свежие люди, а мы уже с вами как бы, у нас это не новость. А вот это у вас свежий взгляд будет, это тоже хорошо. Диалектическая логика или просто диалектика? Диалектика. Диалектика, она отличается тем, что она берет и тезис, принимает во внимание, и антитезис принимает во внимание, и принимает затем во внимание, и, наконец, синтезис, как единство и одного, и другого положения. Ну, всякие вопросы можно излагать сложно, что я и буду делать. А можно очень просто. Я начну с простого. Вообще, простое чем отличается от сложного? Наличие системы. Очень научно вы говорите так. Я сейчас просто вам скажу. Сложное, молодой человек, это сложенное из простых. И все. Вообще абсолютно простого ведь ничего нету, правда? Всегда оно тоже из чего-нибудь сложено. Поэтому сложное, когда мы их различаем, на самом деле более сложные, менее сложные, так вот по отношению к сложному оно является простым. А по отношению к этому простому, то, которое сложено из нескольких простых, является сложным. Даже вот в языке, если внимательным быть к языку, можно заметить это. Сложное – это сложное из простых. И вот действительный научный путь, который позволяет построить систему знаний, это движение от простого к сложному. Правильно? Как вот разобраться, как понять, как построить такую систему, чтобы одно из другого вытекало? Надо идти от сложного к простому или от простого к сложному? Но некоторые идут от сложного к простому. А расскажите вам, что такое самокат. Берем джип. Честно, видели джип? Ну, это вот все, это вот крышу, там, стенки, это все снимаем. Это нам не надо. Потом вот эти правые два колеса тоже убираем. Потом это обрезаем. Сейчас есть эти болгарки. Раз, чтобы не было это вот днище такое широкое. Зачем нам нужно? Вот два колеса и куда? Ногой вставать. Так мешает ногой вставать. Тут что там стоит? Коробка передач? Долой ее. Двигатель, он утяжеляет. Как я буду долгаться ногой, когда такой тяжелый двигатель? Все, я нанялся таскать двигатель, убрать его. Руль круглый. Ну зачем такой этот длинный? Тут две ручки хватит, от велосипеда приделаем. Что получилось? Вот то, что получилось, называется самокат. Каким я ходом шел? От сложного к простому. На самом деле, сначала изобрели колесо. Это великое изобретение, правильно? Но если колесо изобрели, то может быть два колеса, потом четыре, правильно? Если на колеса еще траки надеть, гусеницы будут, танк будет, или бульдозер, правильно, гусеничный, и так далее. И так далее, и так далее, и пошли всякие усложнения. Но прежде чем начать усложнять, я вам расскажу такой маленький рассказ по поводу того, как приехал в деревню философ, который диалектикой занимался. Его встречает дед и говорит: ты кто такой? Философ говорит: я философ. А чем занимаешься? А вот диалектикой занимаюсь. А что такое диалектика? Ну, дед, что ты спрашиваешь? Дескать, не твоего ума дело. А дед говорит: не, мы тут газеты читаем, радио слушаем, телевидение смотрим. А ты, как образованный человек, должен нам объяснить. Вот вы сейчас закончите вуз, сказать, вы университет кончали в Санкт-Петербурге, так объясняйте теперь. Вы обязаны же объяснять будете все. Ну, это тогда философ говорит: ну ладно, дед, буду объяснять. Вот баня есть у вас в деревне? Вот, есть. Вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Ну, дед говорит: мне надо мыться, я же грязный. Философ говорит: дед, ты все равно грязный, а я чистый, мне чистоту поддерживать надо. Понял? Мне надо мыться. Вот это, дед,
тезис. Дед удивился, говорит, ну, хорошо, понял, тезис. Но это, дед, не все. Второй раз мы идем с тобой в баню, ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, да понял я вашу диалектику. Ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо, а я все равно грязный. Тебе надо мыться. Философ говорит, ну что ты мелешь, дед? Ты посмотри на себя, ты грязный, ты же грязный, тебе надо мыться. А мне чего мыться, я и так чистый. Понял? Дед говорит, понял, вот дед, это антитезис. Антитезис, запомни. Ну да не все, дед. Третий раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика. Синтезис. То есть для диалектики характерно снятие такого условия, что об одном и том же не могут быть высказаны противоположные утверждения. Скажем, если вы занимаетесь математикой, то вы знаете, что если есть такое доказательство от противного, да? Предположим, что это вот так, и дальше логически идем, формально-логически, и пришли к чему? Неверному чему-то, противоречию. Что надо делать, если вы пришли к противоречию? Значит, предпосылка неверна. А тут, если вы пришли к противоречию, значит, вы что-то, то, что есть в жизни, изучаете. Вот есть тут хоть один человек без недостатков. Ну, с одним мы уже тут разобрались, но это как будто я вот на него напал. Как будто он с недостатками, а все остальные сидят, как ни в чем не бывало. Скажем, это ко мне также относится, дескать, я вот тут, поскольку у меня тут трибуна, я могу тут измываться над студентами, говорить, что у них недостатки, а у меня как будто их и нет. А есть люди без недостатков? Нет. Ну, говорят, что есть. Вот есть такая притча. Евреи хотели побить Марину Магдалину за грехи. Ну и успешно ее побивают каменьями, как у них принято, чтобы забить ее насмерть. А тут как раз случилось, что идет Христос. И он идет и громовым голосом говорит, «Евреи! Кто без греха, тот пусть бросит в нее камень». Все замерли, и вдруг камень летит. Бац в нее. Христос поворачивается и говорит, «Мамочка, сколько раз я тебя просил, когда я работаю? Не надо мне мешать». У нас, когда я был студентом, преподавали научный атеизм, у нас был курс такой. И вот преподаватель говорит, почему-то считает, что святая это Мария. Нет, говорит, муж Иосиф святой. Поверил в эту сказку. Так что можем мы дальше начать копать. Вот так. Как некоторые делают органы. Представьте себе, что я вот следователь, а вы сейчас у меня... А вы тут... Вы чьи сторонники, мои или его? Сейчас посмотрим, чьи вы сторонники. Так вы, значит, имеете недостатки. Признались, да? Чистосердечное признание облегчает вам наказание. Так, а недостатки в чем у вас проявляются? Ни в чем? Если это ни в чем не проявляется, то это поклеп. Вы подумайте, есть у вас недостатки или нет. Я хороший следователь, я не толкаю вас к тому, чтобы вы себя оклеветали. Вы подумайте, есть у вас недостатки или нет? Есть. Есть все-таки, да? Ну, раз есть. А скажите, недостатки, значит, проявляются в том, что противоположно чему-то положительному, да? Наверное, да? Обществу противоположно это нашему? Ну, вы же общественный человек, правильно? Значит, они эти недостатки в действиях проявляются. В каких? В общественных или в антиобщественных? В антиобщественных. Все слышали, да? Давайте подпишем, что вы признаете, что вы совершали антиобщественные действия. Ну, давайте перенесемся, допустим, в 30-е годы и сидим дальше. Значит,
А общество какое у нас сейчас? Советское, да, общество у нас? Общество советское у нас? В 30-м году? Советское. Советское, да? Значит, дети ваши антисоветские, да? Да. Ну, пишите там, пишите. Пишите, что я совершаю антисоветские действия. Так, есть еще люди, у которых нет недостатки? Вот если еще найдем тройку или четверо таких, то уже это будет групповое. А можно написать, что бывшие камни водятся? А? Что значит бывшие? Мы сейчас о нынешних ваших недостатках говорим. Если бывшие, мы вам простили. Ну, с кем не бывает. А вы сейчас говорите о нынешних ваших недостатках. То есть вы, вдобавок, вы настаиваете на них. Я вас спрашивал, есть они у вас или нет. А вы говорите, есть. И вы сами сознались и признались, что они проявляются в антисоветских действиях. Так, а вот когда вас много признается, что у вас есть антисоветские действия, что мне делать-то как следователю? Вот если я никого не посажу, то есть меня же посадят. И что? И так дальше, выше. И что? Окончилось тем, что двух наркомов внутренних дел, Ягоду и Ежова, пришлось расстрелять. Потому что они посадили людей, а антисоветские действия продолжаются. Вывод какой? Не тех посадили. А раз не тех посадили, значит, вы людей незапятнанных посадили, а вот эти самые антисоветчики и остались. Так что надо делать? Вас надо посадить. И посадили их, и расстреляли. А в чем дело? Они знали диалектики, товарищи историки, те. Поэтому никто не пройдет экзамен мой, не изучив диалектику. Значит, если человек имеет неправильные действия, как его оценить? Какой вид вообще имеет противоречие? Целое, а в нем его отрицание. Правильно? Или подлец с хорошими качествами, или хороший человек с негативными какими-то качествами и недостатками. И другого-то нету. Все хорошие люди иногда совершают нехорошие поступки. Вот есть такой кто-нибудь тут, кто никогда не совершал нехороших поступков? Поднимите, пожалуйста, руку. Я тоже не поднимаю, вы как замечаете. Нету. Ну, слава Богу. Но это не значит, что мы все антисоветчики или мы все против России. Это означает только то, что надо каждого человека воспринимать как противоречивое явление. Противоречивое. Целое обязательно содержит все противоречия. Из этого не следует, что это целое не является позитивным и положительным. Правильно? Вот и все. А что не противоречиво? А все противоречиво. Какие есть вот простые такие вот примеры противоречий? Например, если я вот сейчас иду, тут есть противоречие? Или нет? Есть? А? Небольшое, думаете? В чем же небольшое? С одной стороны, я нахожусь в этой точке, которую прохожу. Потому что если я в ней не нахожусь, то я и не прохожу ее. Правильно? А с другой стороны, если я только в ней нахожусь, то я и не прохожу. Очередь так и застыл просто и стою. Верно? То есть противоречие механического движения состоит в том, чтобы быть в этой точке и не быть в этой точке. Или я сейчас далеко вперед сейчас забегу. Есть такое диалектическое понятие «предел». Вот все видят вот эту грань, да? Вот будем считать, что это граница. Граница чего? Вот этой, этого предмета и вот этого. И вот летит самолет. Пролетел над границей. Вот пока он еще не долетел до границы, она для него предел или не предел? Еще не долетел до границы, она предел для него? Какой же предел? Я еще могу лететь. Что, не видите? Каждый раз, сколько я могу лететь? Вот каждый раз делю пополам, пролетаю половину, потом спрашиваю, еще не предел?
еще делю их пополам. И так до бесконечности. Поэтому какой же предел? Я спокойно могу двигаться к этой границе дальше. А если я уже перелетел, то это предел для меня? Или, скажете, беспредел, как эти, вот, которые в тюрьмах сидят? Такие. Вот это все знают, что такое беспредел. Что это за абракадабру придумали, беспредел? Сейчас мы разберемся с этим. Так? Вот я теперь спрашиваю вас. Значит, пока я не дошел до границы, это не предел. Перешел границу – предел. А что такое предел? Перешел границу – тоже не предел. Что такое предел? Когда эта граница – предел? А? Когда пересекаешь. Когда пересекаешь. Правильно. Молодец. Когда пересекаешь. Некоторые говорят, тот, когда он находится в этой точке. Что, самолет застыл? Такого я не видел. И с вертикальный взлет пошел, да? То есть, когда пересекаешь. Поэтому. А вывод формально, логически, только один может быть. Если, значит, пока я подхожу к границе, она для меня не предел, когда я перешел, она для меня не предел, она остается один вывод. Предел только тогда, когда ее переступаю. Предел – это граница, которую переступают. Сейчас я это проиллюстрирую для нас знакомых примерах. Вот мы сегодня с вами разбирали, что такое история. Был один вариант, а потом мы взяли на вооружение другой вариант. Он же у вас не был на вооружении. Значит, вы вышли за свою границу или не вышли? Переступили свой предел? Переступили. У вас что, теперь не стало предела? Стал. Начали разбираться с философией, что такое. Переступили границу, значит, это новый предел. А тот человек, который не выступает за свой предел, как называется? Не выходит за свой предел. Вы собираетесь выходить за свой предел или собираетесь оставаться в этих границах изучения предмета? Человек, который не выходит за свой предел, это ограниченный человек. Я правильно понимаю? Все так понимают? Но есть такие люди, очень важные, у нас на кафедре, вот где я работал, на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов на экономическом факультете, у нас был такой старший научный сотрудник Сердюков Виктор Андреевич. Он всегда говорил, я профессионал, я делаю только то, что умею. Это так солидно выглядело, а у него еще и тросточка была. Я спрашивал, а что вы умели в 2 месяца делать? И так вот вы с этим и остались? Ну, если он делает то, что умеет. Вот, а дети чем отличаются от взрослых? Взрослые, которые начинают из себя изображать, все знают, что они уже все изучили, все знают, им ничего уже не надо делать. А дети что делают? Они, значит, во-первых, они сначала не умеют держать голову. Для начала. И родители боятся, что голова отвалится. Прямо вот ее поддерживают все время. Ни у кого не отваливается, но все боятся. Потом уже... А ребенок пытается голову держать, независимо от родителей. Потом он вот как эти самые жучки, которых нагло на спину перевернешь, они там лапками шевелят и никак не могут перевернуться. Ну, и что делает ребенок? Он пытается все время... То есть он же умеет переворачиваться или нет? Не умеет. Не умеет. А потом он что делает? Он выходит за свой предел и переворачивается. Потом он пытается ползать. Куда он ползет? Вперед или назад? Назад он ползет сначала. Руками. Так. Он пытается ползать и опять выходит за свой предел. Потом вдруг встает, поскольку он смотрит, что вот родители встают, он тоже встает. Он-то не знает, что нельзя выходить за свой предел. Он еще не изучал этой ерунды формально-логической. Он не знает, что можно выходить за свой предел постоянно. Он встает. Но уже когда он потом начинает говорить, что он только не говорит вначале, да? Я пытался внука своего научить, ему сейчас 18 лет, а когда я его учил, так скажи, молоко, по телефону. Он говорит, макалё. Не, говорю, давай, скажи ма, ма, скажи ло, скажи ко, скажи молоко, макалё. Ну как, он вышел за свой предел? Он вышел, конечно. И вот люди. Вот хорошо, что вы еще не такие солидные, как вот некоторые уже там, 5-му курсу.
прям как бы все знают, все как бы знают. И вы так спокойно относитесь к тому, что вы чего-то не знаете. Потому что на самом деле вот у философов у них самым модным и престижным считается не знать. Вот два философа спорят, соревнуются, кто кого переспорит. Один философ говорит, ой, я знаю мало. Но другие говорят, я знаю много. А философ говорит, не, я знаю мало. А другой говорит, а я знаю меньше. А тот говорит, а я еще меньше. И тогда тот решил выиграть и говорит, а я ничего не знаю. И смотрит на второго. А второй говорит, а я и этого не знаю. И выиграл. То есть, как только мы занимаемся чем-то действительным, тем, что есть в жизни, не чем-то, не одну сторону берем действительности, которую рассматривает и вполне эффективно формальная логика, а берем явление в целом, в нем всегда есть противоречие. Вот, по крайней мере, таких людей, у которых нет недостатков, мы не нашли. А у партии есть недостаток? Конечно, есть. А у класса тоже есть. Он класс из людей состоит. А у государства? Кому рассказывают, что есть коррупция? Где нет коррупции? В каком государстве? Нет таких государств, где бы не было коррупции. И где бы не было бюрократизма. Что это не нарыв, который можно вырезать, это болезнь, которую надо долго лечить. И причем отмирает эта болезнь вместе с отмиранием государства. Ну, кто-нибудь что-нибудь может привести из жизни непротиворечивое? Вот вы сидите за этими стульями, да? И что, они вечные, думаете? Они не находятся в процессе своего прихождения? Все приходящее, нет? Или, допустим, я вот старше вас, а вы младше меня. Но это все приходящее. Приходящее не в том смысле, что я буду вас младше, а в том смысле, что вы скоро будете в таком же положении. Молодость – это такой недостаток, который проходит без всяких усилий со стороны того, кто этим недостатком обладает. Ну что-нибудь можете, хоть кто-нибудь может привести что-нибудь такое непротиворечивое из любой области? Нет же ничего. Даже если я скажу 5 равно 5. Доску убрали. Понятно. Ну, надо образное мышление развивать. 5 равно 5. 5 слева стоит, потом равенство, а потом 5 справа. Вы лево-право различаете? Как же это? Разве одно и то же? Нет. А потом вот как бы вы ни писали, или я не писал, кто-нибудь берется написать так, чтобы ничем не отличались две пятерки? Такое может быть? Нам на молекулярном уровне проверяли. А координаты с помощью GPS? Не смотрели этих пятерок? Ну, мы же действительные пятерки берем, не выдуманные. Как бы они вот, два экземпляра, но они как бы один. А мы на самом деле берем две реальные пятерки. Так что не бывает. А тождество бывает? Тождество бывает как тождество тождественного, или тождество – это всегда тождество различного? Я вам такой сложный вопрос задаю. Вот мы с вами тождественны или нет? Вот с вами? Нет. Вот я, например, человек, а вы со мной не тождественны. Жалко мне вас. Ну хорошо, давайте по-другому. Вы человек, а я прошу меня засчитать тоже за человека. Значит, тогда мы как люди тождественны или нет? Как люди? Ну как мы можем еще быть с вами тождественны? Что вы имели в виду? Вот мы все здесь сидят люди, это так? Мало этого, можем сказать, все, которые здесь сидят, все или студенты, или работники Санкт-Петербургского государственного университета. Это разве не тождество? Это одно и то же. Что вы, что я. Сегодня я здесь стою, завтра вы тут будете стоять. Как книгу напишите, защитите, будете стоять. Это дело времени. Тождество. А бывает тождество тождественного? Вот, говорят, два одинаковых куска дерева. Если два куска.
Но они же разные. Разные. Тождество бывает чего-то, только различного. Или наоборот. Различие бывает чего-то только тождественного. Вот вы хотели это сказать. Мы с вами разные люди, различные. Это вы хотели сказать, я согласен. Но мы люди или не люди? То есть различие тождественного. Могли быть разные люди, разные предметы, разные животные. Есть кошка, есть собака. Но они как животные тождественные, а как же... И в то же время они разные животные, различные, правильно? Вот двое разводятся, говорят друг другу, мы разные люди. А что, вы когда женились, не знали, что вы разные? Думали, одинаковые, что ли? Это сейчас одинаковые женятся. Все противоречиво, все. А наука, философия, она же о всеобщем говорит. Вот она говорит, все, 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 надо это осознать. Все противоречиво. Если вы не нашли противоречия, вы не нашли источника самодвижения. Не нашли источника самодвижения, значит, ваше содержание мертвое. Если ваше содержание мертвое, вы осознали форму этой мертвечины и выдали ее в курсовой. Спасибо большое. Какая оценка за эту курсовую? Мертвая оценка. Два. Историки что изучают? Мертвое или живое? То есть они должны, вот историки, когда они напишут свой труд, представить вот какой-то период или какой-то момент исторический, да, как живой. Что значит как живой? Со всеми его противоречиями. А если без противоречий, это мертвечина. Выкиньте это все. Не, не выкиньте, это правильно, но не истина. То есть не берет живое противоречие, не отражает стороны противоположные, не берет борьбу противоположностей. А если вы взяли историю без борьбы противоположностей, это никакая не история. Ну, это я не знаю, что такое даже. Даже мертвое не подходит под то, что нет никакого движения. Ну, труп что тоже разлагается. Скажем, не пишите такие работы, которые будут разлагающимся трупом исторической науки. Тем более, что, скажем, в работе немецкой идеологии Маркс и Энгельс сформулировали такой тезис, что мы знаем только одну науку – науку истории. Это что, они мало знают, что ли? Или на самом деле есть только одна наука? Но на самом деле есть люди и условия, которые их окружают. Условия, которые их окружают – это природа, так? А люди образуют, так сказать, общественную жизнь. Поэтому вообще историческая наука изучает людей вместе с их предпосылками, правда? Вместе с природой. Поэтому в широком смысле слова есть только одна наука – наука истории. Поэтому вы, товарищи, попали, так сказать, вот в хорошее место. И лучше нет места на Земле. И аудитории лучше у нас нет. Вот точно в этом здании лучше нет аудитории. Красота. Но есть недостатки. Не обязательно о них говорить, но они все равно есть. Некоторые историки думают, что они, вот как тут вот было сказано, что это я вам буду рассказывать то, что было. Зачем мне то, что было? Меня воспитывал историк в школе. Я думаю, зачем это изучать, эту историю? Это же было только. И ничего не читал. Вызывает меня Игорь Флавович Немченко, и раз мне единицу, двойку не поставил, единицу. Вы получали единицу? У меня хоть какая-то экзотика есть. Ну я что делать? Единица. У меня по всем остальным оценки отлично. Я, значит, занимаюсь. И 5 получаю. Ну, думаю, теперь 5 + 1 пополам, 6. 3 поставить. Нет, ставить 4. Хорошо. Но я-то все равно думаю, зачем эту историю изучать? Что это все только было? Это нам не нужно. Вызывает меня историк. Единица. Что делать? Надо что-то делать. Я изучаю. Вызывает, я получаю 5. В четверти. Опять думаю, сейчас 3 поставить. Нет, 4 ставить, 4. Ну, в общем, в следующей четверти я уже перестал заниматься на единицу. Но я долго не мог понять, что это такое вообще? Зачем она нужна? На самом деле, все остальные без корней берут современность, а историки с корнями, правильно? А у Гегеля это в философии провозглашено. Надо всегда брать не результат,
а результат вместе с путем, который к этому результату ведет. Правильно? То есть не результат, а результат вместе с процессом, который к этому результату ведет. Иначе это будет не истинное изображение. Надо же осознать форму внутреннего самодвижения, надо осознать, как к этому пришли. А чтобы это делать в историческом материале, надо хоть в каком-нибудь материале это научиться делать. В каком? Но лучше в самом простом. Согласны? Вот философия это предлагает делать на самом простом материале. Вот я и предлагаю вам вместе со мной начать проделывать этот путь. Взять самую простую категорию, какая есть, и начать ее разглядывать. То есть не так, что сказать, а теперь давайте я вам расскажу про это, а потом про это. Потом про это будет что? Это выведение будет или это будет рядоположенность? Рядоположенность будет. А надо, чтобы было выведение из одной категории в другую. Ну вот какая самая простая категория, кто-нибудь может мне сказать? Самая простая категория философии. Ну, философию вы можете не знать, но самую простую категорию можете знать. Философии, диалектики. Да что хотите самое простое, скажите. Самое простое, что вы знаете? Правда, ложь. А? Громче. Правда, ложь. Все равно не понял. Четко говорите. Правда и ложь. Так что, я просил одну категорию, вы наверное две. Это у вас две головы, у меня одна. Вот человека просит, дай одну категорию простую. Он сразу несет мешок этих категорий. Зачем вы мне две-то принесли? Не, так не пойдет. Одну я прошу, одну и самую простую. Это очень важно для студентов. Еда. Ну какая же она самая простая? А сейчас начнется. Значит, булка, там хлеб, мясо, молоко. С ума сойдешь. Еда. И все это еда. Нет, это не простая категория, очень сложная категория еда. Надо простую категорию. Вот как получается простая категория? Самая простая категория получается посредством абстрагирования. Да? Отвлечение от всего конкретного. Правильно? От всего сложного. То есть вот так вот, и не это, и не это, и еду откладываем, и ложь вашу, и правду откладываем. Все это не самое простое, пока не придем... Всеобщность. А? Всеобщность. Ну, всеобщность, конечно. Ну, всеобщая категория. Бытие. Все категории философии всеобщие. Какая самая простая? Бытие. Да, бытие. Какое бытие? Кто сказал? Молодец. Отлично. Какое бытие? Ну, какое бытие? Ну, что, бытие ведра, бытие, так сказать, вот, газеты. Бытие всего. Ого-го, это простое, бытие всего. Ничего себе. Не, не пойдет. Нет, вы уже сделали свой вклад в науку, я больше к вам никаких претензий не имею. Пусть другие теперь помучаются. Бытие человека. Ого, это мне надо знать человека, чтобы знать бытие. Представляете, как нас нагрузили с вами? Это ужас. А давайте простое, не знаю, пустить из чайника, но вода наливается в чашку. Значит, вот. Значит, речь идет не о каком-то конкретном бытии, правда? Мы от всех всякого конкретного бытия абстрагируемся, правда? От бытия человека, от бытия кошки, от бытия зайца, от бытия студента, от бытия профессора, от всех от этих конкретных бытий абстрагируемся и берем чистое бытие. Что значит чистое бытие? Это есть и все. Вот представьте себе, вот у вас экзамен будет, если, поэтому вам не повезло. А вот если бы у вас был зачет, вот приходите вы ко мне на зачет, вот вы приходите и знаете эту категорию чистого бытия. Я вот спрашиваю тебя, вот что вы знаете вот об этом? А вы так говорите гордо. Я знаю, что оно есть. Так? Я говорю, ну а что еще вы знаете? А вы говорите, а мы договаривались, один вопрос. Это же зачет? Или у вас допрос? Нет, у меня не допрос. Ну так ставим зачет и все на этом.
Поэтому человек, который знает одну философскую категорию чистое бытие, ни на одном зачете не пропадет. Ну, какая-то польза должна быть от философии. Ну, правда, хоть какие-то должны быть полезные предметы. Причем сейчас полезные, а не когда-то там, когда мы выучимся, там, когда мы будем старыми, когда мы книги начнем писать, а где-то раньше. Так, чистое бытие. Вот самая простая категория. Когда вы успели сказать, что есть, а что есть, не успели сказать. Ну, вы же рассказывать собираетесь? Ну, как вы рассказываете? Сначала жили-были. Были – это что? Видите, были. Вот оно, бытие. Но там уже очень сложно, это сказка. А мы это жили оставляем пока в стороночке. Были. Но не были – это прошлое, а мы берем есть. Настоящее. Мы же исследуем то, что есть. Вы будете изучать то, что есть, или то, чего нет? Мы же договорились изучать то, что есть. А? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Так вы так очень сложно говорите, я так много с него, да очень много мыслей у вас. Как вы живете, я не знаю. Из у вас, наверное, много извилин. У меня, я не уверен, что много, может, есть одна, я не уверен, что она очень извилистая. Поэтому мне как бы попроще, вот бытие, чистое бытие, я уже знаю. Вот меня спросите, вы чего-нибудь знаете? Знаю. А что вы знаете? Чистое бытие. Вот, а то вы смеетесь, а некоторые вот сейчас будете плакать. Вот попробуйте вы теперь рассмотреть чистое бытие. Кто берется рассмотреть чистое бытие и сказать, каким выводом вы приходите из рассматривания чистого бытия вашим умственным взором? Это же категория, не просто на него глядеть надо. А вот чистое бытие, кто берется рассмотреть и сказать, каким выводом он пришел? Более простой задачи никогда не будет. Самый простой вопрос, который я вам задаю на всех наших занятиях. Самый простой, более простого не будет. Кто сейчас вот ответит, тот уже выиграл. Остальные всем хуже будет. Что оно вообще есть? А? Не слышу. Оно есть. Что-то есть. Ну. Хоть что-то. Не что-то, а бытие есть. Чего? Хоть что-то. Еще кто-то из-за него высовывается, или еще какое-то что-то. Бытие оно есть. Бытие есть, чистое. Хоть что-то. Чистое бытие есть. Вы его и разглядите, его рассматривайте, то, что есть. Не надо никого что-то. Чистое бытие рассматривайте, пожалуйста. Что вы о нем можете сказать? Вот я сейчас подойду к вам. Знаете, как сейчас ходят журналисты? Подходят с микрофоном. Вот, видите микрофон? Сейчас подойду, поднесу к вам, скажу. Что, молодой человек, что вы можете сказать о чистом бытии? Отвечайте. Отвечайте. Есть. А? Есть. Ну, хорошо. Есть еще что вы можете сказать? Чистое. Что еще вы можете сказать? Подожди, подожди. Что еще вы можете сказать о чистом бытии? Познаваемо, непознаваемо. Это откуда такие знания? Столько много надо знать. Кто студент? Вы студент или я студент? Я не понимаю. Что так много знаете-то? Ужас. Познаваемо, непознаваемо. Вот есть чистое бытие. Давайте его рассматривать умственным взором. Не надо ничего приносить. Так? Какое-то слово вы употребили небытие, я такое и не знаю. Оно трансперсональное. Шибко умный вы. Значит, вот это вот нельзя сказать, что это сложно. Это можно сказать трудно. Почему? Мы в жизни не привыкли работать с простыми категориями. Нам дай сразу шагающий экскаватор. Я прошу, можете вот это пальчиком на земле вот так сказать, такую прочертить что-нибудь, ямочку сделать. Сейчас, говорит, я закажу шагающий экскаватор, и мы сразу здесь вырыем метров 200 кубических. А зачем? Ну, чистое бытие. Вот мы о нем уже сказали, что оно есть, правильно? Ну, раз оно бытие, так оно есть. А еще что вы можете сказать? Вот можно я вас спрошу теперь? Что вы можете еще сказать о чистом бытии? Можете еще что-нибудь сказать? Да вы уже это все, мы уже это выяснили. Это вы меня спрашиваете? Я ее спрашиваю, а она меня вместо этого спрашивает. Кто из нас лектор, а кто из нас студент? Оно есть, оно было. Я-то уверен, что оно есть. Бытие, конечно, уверен. Бытие, эта категория бытия состоит в том, чтобы... Это просто от глагола «быть». Есть – это от глагола «быть». Конечно, бытие есть. Откуда вы знаете? Шибко умный я.
бытие. Мы же рассматриваем с вами то, что есть. Предмет. У нас же предмет. Вы не забыли об этом, что мы наукой занимаемся. Предмет. Он есть или нет? Первое, что мы о нем можем сказать, что он... Раз мы его рассматриваем. А если вы... У вас еще нет этого... Вы еще даже не приготовились рассматривать, если у вас такие вопросы. Вы еще не готовы к исследованию. Сидите и молчите там, в том углу. Значит, мы рассматриваем то, что есть. И больше нечего сказать об этой категории. Это самая простая же категория. Чего? Я же говорил вам, что она самая простая. Что является самым простым? Это такая категория, которой нечего сказать, кроме того, что она есть. Понятно? Или нет? Что такое чистое бытие? Это такое бытие, про которое еще пока нечего сказать. И нечего в нем разглядывать. Что вы там разглядываете-то в чистом бытии? Чистое оно. От чего? От всего. Ну, если от всего чистое, что там разглядывать? Я вам простой вопрос задал. А вся сложность ваша или трудность в том, что он простой. Непривычно разглядывать и изучать простые категории. А надо. Мы же договорились, что мы пойдем не от джипа к самокату, а от самоката, а лучше от колеса. А если нет колеса, яблоко пусть катится. От него с одной и с другой стороны откуси, и уже получается вроде колеса. Да? То есть давайте упрощать. Пока. А вот теперь от простого начинаем двигаться. Вот мы разглядываем, и результат этого разглядывания... Даже вот я вот вас, я еще не знаю, я вот еще первый раз на вас посмотрел, что я про вас скажу? Первое, что я про вас скажу, молодой человек, что вы... Человек. Не, ладно, такие сложности. Я еще не знаю этого. Я знаю, что вы есть. Это точно. Ну, раз я на вас посмотрел, конечно, вы есть. Я бы иначе на вас не смотрел. То есть вы бытие какое? Если я еще ничего не успел про вас рассказать, хотя она, может быть, даже и знаю, то это только чистое бытие. И если это чистое бытие, то вот разглядывание умственным взором чистого бытия приводит нас к мысли о том, что и нечего больше о нем сказать. Ну что, вы думали, я целую речь буду говорить про чистое бытие? Нечего. Это же чистое бытие, все сказано. Все. Итак, у нас получается, что больше нечего сказать о чистом бытии, как о таковом. Слово «нечего» заметили, нет? То есть в нашем высказывании появилось нечего или ничто. То есть начали мы с чистого бытия, а пришли к тому, что нечего больше сказать. Пришли к ничто. Пришли или не пришли? Все видят, что мы нечего больше сказать. Вот мы и пришли к ничто. Вывод какой? Люди, которые не делают логические выводы, они говорят, ну, там вот это одна кукла, это другая кукла, схватил другую куклу. А мы должны сделать логический вывод, что чистое бытие в нашем мышлении перешло в чистое бытие перешло в чистое ничто. Это самый первый переход логический. Чистое бытие переходит в чистое ничто. Ну, теперь задача сложная. Надо рассмотреть чистое ничто. Правильно? Что мы должны рассматривать? То, к чему пришли. То, к чему пришли, то и разглядываем. Кто берется рассмотреть чистое ничто? Это сложнее задача, конечно. Это ведь не просто вот прямо мы схватили. Если бы мы прямо схватили, это было бы чистое бытие. А это такая категория, в которую перешло чистое бытие. Кто берется рассмотреть чистое ничто? Что вы знаете про чистое ничто? Да. Вы? Вот дает. Только я учил, что надо как сдавать зачет. Ну, как? Было же так сказано, как... Я вам выдал вообще страшную тайну. А вы, как только я вас спросил, сразу же наоборот. Это ваш недостаток. Но у вас есть достоинство. Вы должны исправиться. Что вы знаете про чистое ничто? Получается. Как ничего? Вот, спасибо. Вот, правильно.
Но только надо так гордо сказать, я знаю, что оно есть. Ну есть? Ну что, не видели его? Вот в нашем мышлении оно есть? Мы же его изучаем сейчас, рассматриваем. Есть чистое ничто или нет? Есть. Есть, ура. Чистое ничто есть. А вы вот их не хотите сделать отсюда? Что чистое ничто перешло во что? В бытие. Ну, раз оно есть. А уже в чистое или нет? А какое же оно чистое, когда уже два шага логических? Уже не чистое. Согласитесь? Ничего себе. Было чистое бытие, потом превратилось оно в ничто. Ничто превратилось опять в бытие. Ну уж какое? В такое, которое опосредственно двумя этими логическими переходами. Да? Что вы хотите сказать? Ну раз не знаете, не выступайте. Не раз не, я говорю, раз мы не знаем. Ну и не знаете, и не надо и высказываться. Ничего мы не знаем больше, и не надо нам больше и знать. Зачем вы торопите события? Надо спокойно. У вас умственный взор есть? Разум есть у вас? Вот вы внимательно своим умственным взором наблюдаете за этим движением. Движение важно. В логике важно, что называние категории или выведение категории. Как вы думаете? Логики. Вот мы выведением и занимаемся. Посмотрите, как из чистого ничто мы выявили, из чистого бытия мы выявили чистое ничто. Из чистого ничто мы... Что-то так вы много говорите, а тут говорить-то нечего вообще. Бытие перешло, чистое бытие перешло в ничто. Чистое ничто перешло в бытие. Вот и все. А вывод какой? А бытие-то уже у нас, между прочим, мы даже чистое переходит в ничто. Значит, в бытие-то любое переходит в ничто. Значит, то, что вы вот вместо вот вашего вот этого разговора, вы должны были бы заметить, что у нас вместо двух логических движений теперь пошло бесконечное движение. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Это-то вы заметили? Не заметили, потому что вы себя оглушили и других хотели оглушить. Но не выдали, да? Хотели тайну сохранить. Понятно. Значит, что мы имеем в итоге? В итоге вот этого нашего рассмотрения, значит, чистое бытие перешло в чистое ничто в бытие, а бытие-то уже перешло в чистое ничто. И никакого дополнительного вывода не требуется. Значит, теперь уже мы не можем остановиться. Теперь чистое бытие переходит. Ничто, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие. Нет ничто, нет уже бытия просто отдельно стоящих, а есть лишь движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии. Так или не так? Что, голова заболела? Но я думаю, надо сделать перерыв досрочно. Досрочно, чтобы тут не было каких-то приступов, вызовов, врачей. Объявляйте перерыв. Значит, мы продолжать будем с вами 15:40, да? Хорошо. А пока вы подумайте, как надо назвать вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Объявляется конкурс. Или как сейчас говорят, кастинг. Или тендер. Все-таки как говорят.